Всем привет, мои дорогие зрители! Новая классная подборка тем уже готова. Оставьте, пожалуйста, свой комментарий, какая тема вам больше всего понравилась. Также я вам буду очень благодарен и признателен, если вы под этим видео поставите свой мощный лайк. Ну а наш обзор начинается прямо сейчас. Заходим в настройки, темы, личный кабинет. Эти три темы у меня уже скачаны. Если какая-то тема из этого видео вам понравится, вы можете без проблем установить ее на свой смартфон. В своем магазине тем вы вводите в поиске название темы, она у вас появляется, вы ее скачиваете и потом применяете. В общем-то, все уже готово. Первая тема очень классная, называется Black Shark Hello V11. В целом она темная, черный стиль, но также в ней присутствует много зеленого цвета. Очень уникальная тема, она мне понравилась. Особенно у нее очень ядерный и мощный экран блокировки. Это я вам уже наперед говорю. Смотрите, читабельный текст. Здесь ярлыки наших приложений. Есть круглые, есть квадратные. Классный функциональный у нас виджет. Все в зеленом цвете. Здесь и Wi-Fi, и подключение, и все, и время. Все в зеленом цвете. Экран, смотрите, какой красивый для уведомлений. Круглые ярлыки нашего функционала. Надписи, все в зеленом цвете. Так, настройки у нас в черном цвете. Белый шрифт. Зеленые ярлычки нашего функционала. Очень тоже оригинально, все красиво, четенько смотрится. Так, смотрим вызовы. Здесь вообще отдельная история. Здесь очень классная клавиатура. Но вы сами оцените, ребята, насколько клавиатура мощно смотрится. Как спортивная крутецкая тачка. Робоклавиатура. Как угодно можете ее назвать, но она реально смотрится офигенно. Ну а тут самое офигенное, это экран блокировки. Смотрите, да, ничего особенного здесь нету, да. А вот вы так, опа, о, какая ядерная волна понеслась, да, согласны? По полю, по экрану вашего смартфона, да. Смотрите, тыщ, вообще очень классная тема, особенно экран блокировки. Но это безумно красивый. Даже можно так, знаете, просто брать и клацать, так успокаиваться. Если у кого-то нервы шалят, у кого-то стресс, вот так вот нажимаете, и спокойненькая такая волна уносит вас в успокоение. Классная тема. Потом легким движением руки, свайпом сверху вниз, у вас появляется даже окошко. Такой вот шторка опускается, которая тоже позволяет вам контролировать ваш смартфон. Wi-Fi можете отключить, включить, там фонарик. Сразу достаться до настроек. Классная тема, очень функциональна, ребят. Я думаю, вы сами посмотрели и это оценили. Ну а мы переходим к нашей второй теме, которая не менее классная. Сейчас я вам ее покажу. Так, вот она. Называется Love Black V11. Применяем эту тему, она по-своему уникальна. Вы сейчас убедитесь в этом. Так, вот наш рабочий стол. В целом она тоже темная, но красивая. Смотрите, экран нашего рабочего стола. Текст читабелен, ярлыки квадратные с закругленными краями. А все наши ярлыки имеют окантовочку, такая широкая желтая окантовка. По-своему уникально. Шторка для уведомлений. Смотрите, классно здесь смотрится, как будто телевизор. Телевизионная шторка. Желтый ползунок. Классная тема, мне она понравилась. Настройки. Тоже в черном стиле, вот такая вот полоса, как будто кардиограмма здесь какая-то происходит. Такая, оп, и сердечко появилось посередине. Меню вызовов. Смотрим. По-своему уникально, в черном стиле. Красная кнопка для вызова. Ну а так белая клавиатура. Так, блокировочка наша. Опа. Блокировка ничего особенного, стандартненько. Не такая классная, яркая, ядерная, как прежняя. Но все-таки минимализм кому-то тоже может понравиться. Поэтому я стараюсь делать такие, чтобы были темы подбирать для вас, которые могут подойти как одному человеку, так и другому. Вот такая вот классненькая темка у нас. И дальше мы переходим к нашей третьей теме. Она тоже классная. Довольно простая, но классная. Red EOS называется. Смотрим, применяем. Классная здесь экран блокировки. В целом, тема-то особо не меняется, но
Здесь красивые ярлыки наших приложений в красном стиле в окантовке. Классный меню виджет. Виджет на рабочем столе очень прикольный. Смотрите, настройки здесь стандартные. Вызов здесь тоже стандартный. В общем-то, меню для уведомлений тоже стандартное. Но обалденно здесь другое. Обалденно здесь экран блокировки. Смотрим. Опа! Как вам такой экран блокировочки? Такое вот зрение, которое за вами следит из темноты. Классно? Очень сильно мне понравился экран блокировки, поэтому я и скачал эту тему. Смотрим. Классная тема. Мне она понравилась своим экраном. Ну, приложение для быстрого доступа, есть звонилочка, там этот камера, ну и другое. Как вам тема? Вот скажите честно, как вам экран блокировки? Очень красивый и яркий. Мне нравится. И кроме того, здесь красиво смотрятся иконки для наших приложений. Ребята, вот такие вот получились у нас три темы. Я надеюсь, какая-то из этих тем вам точно понравится. Очень благодарен буду за ваш мощный лайк. Спасибо всем за внимание, ребят. Подписывайтесь на канал. Всем успехов!